Мої вітання, шановні телеглядачі. Традиційно цієї години з цієї студії виходить програма «Здоровий інтерес». Я ведуча Ольга Мудрова, дуже рада вас вітати. І сьогодні знов поговоримо про кардіохірургію. Я з великим задоволенням сьогодні вітаю в студії друга нашої програми. І я впевнена, що вашого друга, шановні телеглядачі, а саме завідувача відділенням кардіохірургії Одеської клінічної лікарні, головного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я Одеської державної адміністрації з питань хірургії серця і магістральних судин, кардіохірурга Павло Кістругу. Доброго дня, пане Павло. Здравствуйте. Давно не бачились, але на то були відомі причини. Ми притримувались і тих наказів, які нам диктує вже світ і та ситуація в світі, яка відбувається. Ми з вами бачились по відеозв'язку, спілкувалися з телеглядачами та нагадували також про роботу вашого відділення, яку ви очолюєте, також в такому онлайн-режимі. І ось сьогодні ви до нас зараз завітали. У нас так. Безпечна дистанція між один одним. Так, це ми все притримуюсь. Але тема сьогоднішньої нашої зустрічі, як я вже і сказала, все про кардіохірургію. І щоб не втрачати марно часу, розкажіть нам, будь ласка, як в Одесі кажуть, розпочнемо спочатку, якими питаннями займається ваше відділення, бо ми говоримо дуже часто з вами про ту хворобу чи іншу хворобу, але загальної такої програми у нас не було, бо хтось одне почув, хтось інше почув, а може хтось сидить, думає, у мене так, я хворію на серце, але я не чув, щоб цією хворобою займалося відділення. Розкажіть, будь ласка, все, чим займається відділення? В обов'язанності і, так сказати, общий круг інтересів і кругозор нашого відділення входить практически все то, что делается на сегодняшний день в кардиохирургии в целом в мире. Вот. То есть это все, что связано с операциями на открытом сердце. Вот. Любая патология – это ишемическая болезнь сердца, шунтирование на работающем и на сердце с применением искусственного кровообращения, всевозможные клапанные пороки, коррекция их и врожденные, и приобретенные, вот, инфекционное поражение клапанного аппарата, вот, недостаточности, стенозы, все это входит. Также в комбинации с ишемической болезнью сердца. То есть эти операции процентов 30-40 в своем соотношении имеют комбинированный характер. То есть это надо исправить и работу клапана, и протезировать клапан или пластику сделать, и одновременно пришить несколько шунтов, обеспечить коронарный кровоток адекватно. Вот. Также занимаемся сейчас проблемами, сделали в этом году упор на проблемы заболевания аорты и тесно сейчас сотрудничаем с коллегами с ведущего института страны в этом направлении, перенимаем их опыт, вот, и сделали ряд совместных операций. Вот. В этом году также есть на что обратить внимание по такой проблеме, как профилактика внезапной смерти. Все мы знаем прекрасно случаи из жизни, когда футболисты умирают на футбольных полях, и молодые люди, спортсмены, вот, когда никто ничего не подозревая, как бы имеем такую картину. То есть это всему виной проблема достаточно серьезно, это гипертрофическая кардиомиопатия. Вот при такой проблеме есть ряд методик и направлений лечения этого заболевания. Вот, также совместно с киевскими коллегами перенимаем сейчас у них эту методику и осваиваем уже у себя в отделении. Вот, и продолжаем, собственно говоря, заниматься еще малоинвазивными вмешательствами. Тот подраздел, который возглавляет профессор Карпенко, это стимуляторы, электрокардиостимуляторы, нарушение ритма, блокады, аритмии и тому подобное. Вот, собственно говоря, практически вкратце в двух словах тот спектр, которым владеет отделение на сегодняшний день.
Чи можете нам розказати більш детально про саме операції, оперативні ті втручання, які виконуються вами, вашою командою, більш детально про деякі операції на відкритому серці та малоінвазивні, які дуже часто вами виконуються? В случае с кардиохирургией это немножко хочу откорректировать вас. Это операции на сердце с мини-доступов. Угу. Вот, это мы тоже сейчас начали осваивать. Это угу. В основном хирургия аортального клапана. Вот, при стенозах или недостаточностях вышеупомянутого клапана. Вот, можно сделать небольшой такой частичный разрез. Вот, на коже будет шрам длиной с длину 5-кубового обычного шприца. Ну, это сантиметров, наверное, 6-7. Вот. И с небольшого разреза грудины у нас, в принципе, получается доступ такой к непосредственно самому аортальному клапану. И вот сделан ряд таких операций. Думаю, что в принципе будем... Есть, конечно, к этой методике есть свои показания, потому что не любую операцию сделаешь с такого доступа. Поэтому, когда позволяет ситуация и есть, так сказать, все сопоставляется в единую картинку, все пазлы, тогда, конечно, стараемся сделать таким образом. Вот. Это что касается мини-инвазивных вмешательств. Я впевнена, що багато з наших телеглядачів сьогодні про це почули вперше, бо звикли до того, що ми розказуємо з вами про операції на відкритому серці, і що, ну, що гріха таїти, багатьох це може налякати, а угу. Про саме той метод, який ви сказали сьогодні, я впевнена, що хтось замислюється та зателефонує до вас вже найближчим часом, щоб врятувати своє життя. Да, я хотів би уточнити ще маленьке уточнення зробити по даній темі, на мініінвазивні доступи, що конечно, это удобно, вернее, это красиво для пациента, что это минимальный разрез и тому подобное, но еще раз подчеркиваю, что не всякую патологию можно сделать с этого доступа. Есть такие вещи, когда действительно во благо того же пациента необходимо сделать обычный разрез, чтобы хирургу было четко визуализировано то, что необходимо исправить. То есть как бы косметический рубец на грудной клетке, это, ну, может быть действительно там, для женщины на пляже это актуально. Для мужчин, я думаю, вряд ли это, конечно, имеет какое-то там очень важное значение. В основном это все-таки с целью косметики. Ну, коли питання торкається життя людини та якісь, да, його, конечно, життя, то на це вже не дуже звертаєш увагу. Я думаю, що дійсно не стоїть к этому, так сказати, на это, так прискіпливо, да? Да, прискіпливо відноситись. Тому що взагалі саме головне це те, що ми робимо на серці самому. Поэтому мы должны как бы хорошо визуализировать картинку, и мы должны понимать все четко, то, что нам предстоит сделать, какая предстоит работа, и исправить те пороки, которые есть. То есть, ну, опять же, если есть показания к тому, что можно сделать это из мини-доступа, пожалуйста, это никаких вопросов. Не проблема. Не проблема, да. Мешканців тільки Одеси, Одеської області приймає ваше відділення. Нас сьогодні бачить вся Одеська область, Одеський регіон. У кого не було такої можливості, вже з липня місяця сьогодні має можливість поспілкуватися з вами, з вашими колегами. Угу. Кого приймає відділення, як потрапити? На самом деле ми работаємо, конечно, в першу чергу для жителів Одеси і Одеської області. Вот, для этого, собственно говоря, и существует это отделение, это подразделение и в целом весь центр на базе областной клинической больницы.
Вот, но к нам также обращаются люди с других областей и городов. В частности, вот несколько дней назад и звонили, спрашивали из Харькова того же и из Кропивницкого. Вот. Достаточно часто обращаются люди из Николаева, Херсона. То есть, в принципе, как бы о нас знают, нас слышат. Така практика є, да. Ви йдете на контакт з такими Конечно. Пацієнтами, якщо Конечно. У них є бажання поспілкуватися Конечно. Та отримати лікування в да. вашому відділенні. На якому обладнанні? Яке обладнання ви використовуєте у відділенні? У нас на сегодняшний день все то как бы оборудование, которое соответствует кардиохирургическим стандартам, это немецкое оборудование фирмы Siemens, Drager, оборудование Соединенных Штатов Америки, то есть расходная часть, которая закупается по бюджету, это клапаны, которые производятся в Соединенных Штатах Америки. Часть расходки, которую мы получаем, европейских производителей. То есть все то дорогостоящее, то, что необходимо для лечения, допустим, ишемической болезни сердца или протезирования клапанов сердца, это оксигенатор, который обеспечивает кровь кислородом во время искусственного кровообращения, и к примеру, те же искусственные клапаны сердца и биологические клапаны сердца, они предоставляются по бюджету в начале года там, и так далее. То есть, может быть, каким-то, скажем, расчетом за предыдущее время, когда не было, дофинансирования за предыдущее время. Вот, поэтому, как бы, вот Из такой серии дорогостоящего бюджетного обеспечения у нас эти вещи, в принципе, ну, не сказать, что в 100% объеме есть, но процентов 80 от необходимости есть в наличии. Вот, и все остальное это, в принципе, как бы необходимо оговаривать и обеспечивать уже как бы по ходу дела во время подготовки к операции. Але вже коли ваша команда приступає до проведення операції, все, що необхідне, воно є. Звісно, воно повинно бути під рукою, тому що коли рана відкрита, вже как бы, нет времени бежать кому-то нікуди. Звонити, да, говорити, ой, мені треба, к сожалению, це, тому що во время обследования было одно, а тут выяснилось, что второе. То есть, конечно, решающее значение имеет непосредственно визуальный осмотр и оценка хирургом во время самой операции, то, что требуется. Там это в большей части касается размеров клапанов, например, там еще там, каких-то ниток специфических и так далее. То есть, в принципе, это все обеспечивается. І все це повинно вже бути на етапі передопераційним. Да, це да, просто ми збираємо как бы, це все воєдино, і, звісно, тільки після того, як у нас є це все в наличі, назначається дата операції і так далі. Процес реабілітації після операції людини, яка перенесла ту чи іншу операцію, наскільки цей період відновлення, скажімо так, щоб встати на ноги та піти з лікарні, щоб бути вдома і вже встановлюватися? Опять же, залежить від степені заболівання пацієнта, коли пацієнт приходить і вже прислушавшись на ранніх етапах к советам врачей по поводу своєї болезни, конечно, реабілітація проходить гораздо быстрее, і пацієнт буквально через дні 7-10 уже з відділення практично, не вибігає, но во всяком случае соціально чувствує себе достатньо повноцінним. Вот, и иногда даже кажется так, что пациенту практически не нужна еще какая-то дореабилитация в плане там каких-то санаторных этапов и тому подобного. То есть он настолько как бы вышел хорошо из своей болезни, потом благодаря, опять же, еще раз говорю, то, что пациент вовремя обратился и вовремя прислушался к рекомендациям врачей. Если, конечно, люди, когда
приходят в состоянии, ну, скажем, есть такой термин, состояние субкомпенсации. То есть практически уже вот-вот на волоске висит то, что это, то, что не, вот это все сейчас начнет срываться, гемодинамика уже страдает до такой степени, что пациент вот-вот сляжет и уже не будет. То есть, конечно, такие пациенты будут проходить реабилитацию гораздо дольше и с большими, так сказать, психоэмоционально затраченными, так сказать, ресурсами и своих, и врачей в том числе. Вот. Поэтому, конечно, еще раз призываю, пользуясь, как бы, спасибо вам большое, Оля, за вопрос, то, что вы именно сделали акцент на этом. Еще раз призываю всех пациентов действительно по возможности не затягивать свои заболевания, чем быстрее вы обратитесь. Само не пройдет. И, да, оно, к сожалению, имеет тенденцию к тому, чтобы даже прогрессировать. Само оно, к сожалению, не уходить нікуди. Давайте повернемось до початку нашої сьогоднішньої розмови. Тут дуже швидко минає час ефіру. Ну, це вже традиційно. Про візити та спілкування вас з колегами з інших міст, з інших країн, які приїжджають до вас на сумісні операції та на спілкування з колегами. Нещодавно відбувся візит Віталія Івановича Кравченка. Хто це? Розкажіть нам, будь ласка. Ви будете розказувати, а ми покажемо нашим телеглядачам, як це відбувалося. На самом деле, цих візитів в этом году вже було несколько. Это как раз то, что я говорил в начале передачи. Задумана нами, так сказать, совместная работа с одобрение администрации института Амосова в лице директора института Василия Васильевича Лазаришенца и нашей администрации в лице во главе с Юрием Ивановичем Гульченко, главным врачом нашей больницы, то есть, так сказать, совместное одобрение. Вот, и начата программа по освоению именно открытой хирургии аорты. Вот, мы провели ряд успешных операций, в том числе Виталий Иванович и принимает участие в таких, так сказать, гибридных кейсах, что называется, то есть гибридные технологии, когда аорта оперируется двумя бригадами, то есть мы, как открытые хирурги, с ним подключаемся к некоторым этапам, проводимым у интервенционных кардиологов, когда это необходимо делать, так сказать, двумя методиками, устранять аневризматические расширения нисходящего отдела аорты, дуги аорты и так далее. То есть таких визитов на самом деле в этом году уже было порядка, по-моему, 5. Вот. Все, так сказать, протекало гладко и благополучно, все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии, вот, и осваиваем эти методики. Очень хочется отметить один из последних опытов наших, то, что, так сказать, наработок опытных, что Виталий Иванович приехал на расслабляющую аневризму аорты, по моему звонку, значит, у пациента 49 лет, вот, и мы сделали операцию Бентал, вот, с, как раз с мини-доступа. То есть это достаточно эксклюзивная операция. Ну да, мы побачили невеличкий, да, был розрез такой. Достаточно эксклюзивная операция, и в принципе в нашей стране делают эту операцию не в каждом центре, поэтому мы сейчас перенимаем эту методику и думаю, что скоро тоже будем достаточно широко и пользоваться при наличии таких пациентов у нас. То есть, чтобы делать и косметические вот эти вот вещи, операции красиво и, в принципе, чтобы это все было функционально внутри. Вот. И еще одна тема, которая нами в этом году... Значит, это вот профилактика внезапной смерти, гипертрофическая кардиомиопатия совместно с главным кардиохирургом Украины Константином Владимировичем Руденко. Я, наверное, забежал наперед. Ничего страшного. Вот, я уже просто так сказать о своих киевских коллегах. Мы в большей степени даже где-то
стали друзьями, потому что много лет общаемся, еще где-то с 2002 года друг друга знаем. Вот, и поэтому, так сказать, мы решили еще с Константином Владимировичем начать эту программу по поводу гипертрофической кардиомиопатии. Вот она у вас на экранах, эпизоды этой операции, так называемая операция Ферраци. Константин Владимирович в свое время, так же как и я, прошел итальянскую школу кардиохирургии, и его учителем и шефом был профессор Ферраци, который непосредственно придумал эту методику, да, и сейчас эта операция широко применяется за последние несколько лет, ну, приблизительно где-то лет 5-7. Что це ми бачимо на екрані, пане Павло? Во всем мире. Сейчас мы видим на экране участки гипертрофированного миокарда левого желудочка вместе, так сказать... Намарливают тоже. Да, да, там, где участок левого желудочка уже близко к аортальному клапану, то есть так называемый выносящий тракт левого желудочка, где уже кровь покидает, так сказать, левый желудочек перед выходом в аорту. Вот там это участок межжелудочковой перегородки, которая утолщена, и ее необходимо иссечь, скажем так, уменьшить в объеме для того, чтобы не было затруднения, если простыми словами говорить, не было затруднения выхода крови в аорту. Так как пациент испытывает это все, особенно при нагрузке, вот эти вот все мышечные валики, они затрудняют выход крови, естественно, возникает тут же гипоксия и головного мозга, и самих и коронарных артерий. Ну, великі відрізки ми бачили, їх декілька було. Где-то по 1,5-2 сантиметра. Вот. То есть, да, то есть, как бы вот такие вот массивы мышечные, которые мешают достаточно, ну, как бы нормальной гемодинамике внутри левого желудочка и приводят к таким иногда печальным последствиям. Вот, собственно говоря, это и хочется отметить, что действительно эта операция очень хорошо работает. Пациенты уже часто вона проводиться пришли на базі вашого відділення? В этом году уже сделано, ну вот буквально за последние 3 месяца сделано 3 операции. Значит, первые пациенты уже были на контроле, они абсолютно отмечают другую клиническую картину. То есть они чувствуют себя абсолютно иначе. Вот, не испытывают приступов удушья. У них почався новий етап життя. Да. То есть, как бы, эта методика, конечно, очень такая действенная и очень хорошо себя проявляет. Поэтому... Залишається хвилина для спілкування. Два слова про команду, з якою ви працюєте, про ваших колег, та будемо звертатися до телеглядачів з традиційним відеозверненням. Будь ласка. Конечно, хочется отметить, что благодаря тому, что мы имеем на сегодняшний день, это все сплоченная работа нашего коллектива. Действительно, наша команда достигла за эти годы работы, ну, практически понимания с полувзгляда, и мы действительно гордимся своими результатами, поэтому... Все, что я могу сказать о своей команде, это профессионалы с большой буквы. А больше ничего не треба казати. Поэтому... Ваше звернення до телеглядачів, будь ласка. Хочется еще раз акцентировать внимание, когда вы чувствуете то, что у вас болит сердце, то, что вам надо обратиться к врачу, старайтесь с этим не затягивать и вовремя следовать рекомендациям специалистов и принимать необходимое лечение для того, чтобы дальше быть крепкими и здоровыми. Ну, собственно, вот это самое главное, мне кажется. Лекарня працює? Да, но немножко в ограниченном режиме, потому что мы принимаем пациентов с анализами на COVID-19, вот, только в этом случае мы кладем пациента на плановую операцию, то есть, и она, знаете, как сейчас пациент кардиохирургически стабильный, а через час он может быть уже нестабильный, поэтому тут, скажем так, с нашей патологией немножко вот такая картина.
Але для спілкування можна зателефонувати, звернутися, проконсультуватись і вже з повним пакетом документів приїжджати до вас, отримувати... Конечно, со всеми анализами, с теми же анализами на COVID-19, то есть все это. Дякую. Дякую, пане Павло. Да. Немає часу для спілкування, на жаль, але буде наступна зустріч у вас з телеглядачами так, Одеси та Одеського регіону. Шановні, я нагадаю, що сьогодні в студії програми «Здоровий інтерес» завідувач відділенням кардіохірургії Одеської клінічної лікарні, головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я Одеської державної адміністрації з питань хірургії серця і магістральних судин, кардіохірург Павло Кіструга. А ми з вами будемо здорові та побачимось. We'll be right back.